Вот и пища. Прикажите свите перенести ее, господин. Трейси! О, вы нашли ее! Кутеж спасен! Благодарю вас, милорд. Если вы положите еду рядом со мной, мы сможем отнести ее в кутеж. Эта еда может сильно увеличить ваш запас жизненных сил, повелитель. Можете оставить все им. Просто подойдите к платформе и позвольте прихвостням положить на нее еду. Но если вы сегодня злой, то почему бы не оставить ее себе? Эй! Великодушный поступок. Надеюсь, кутеж вас отблагодарит. Приветствую тебя, незнакомец. Молва не передает всей твоей красоты. Ты привел мне в подарок маленьких эльфиков? Ох, не надо было так тратиться. Впредь дари что-нибудь блестящее и дорогое. А теперь позволь тебя отблагодарить. Вижу, она в порядке. Дальше сама справится. О, она горячая штучка, повелитель. Да! О, Гнарл, ступай в угол. Мне придется сходить и все уладить. Повелитель, увы, в башне может быть только одна госпожа. Пришла корчить из себя заботливую сестру? Опять решила мне праздник испортить. И это в ту минуту, когда я и мой спаситель хотели познакомиться поближе. Сэр Уильям вызвал похотливую демонессу, выпустил чуму в город, а потом и вовсе умер. Понимаешь, чего ты так нервничаешь. Но не вздумай соваться в мои дела. Уильям? Ну, он просто пытался подстроиться под меня. Я уже собиралась его бросить, но он меня запер. А потом пришел ты, мой черный рыцарь. Вам стоит знать, господин, что в ваше отсутствие я нашла способ усилить бурых и синих прихвостей. Банальный подкуп, Роза. Я думала, ты побрезгуешь. Тогда и я скажу, что смогу усилить красных и зеленых эльфиков. А еще много чего сумею сделать для тебя, дорогой, если ты перенесешь в наш дом эту кровать. Не слушайте ее. Это было первой ошибкой любого из ее мужчин. Поверните колесо и идемте скорее. Вы же видите ее насквозь, господин. Вы ведь не бросите бедную девушку одну здесь? Вы же видите ее насквозь, господин. Вылезать из кровати. Она такая удобная, уютная. Ты пожалеешь. С ней можно со скуки помереть. Я рада, что вы приняли верное решение. Не обращайте на нее внимания. Thank you.
Священная роща. Все, что еще не тронуто скверной в ночном лесу. Смотрите, наше древнее дерево еще стоит. Здесь все заражено. Эти создания не знают, как уничтожить дерево. Я знаю, чужеземец, что тебе нужна помощь. Дерево хранит древний артефакт. Вещица? Обожаю обновки. Вы весьма искусны. Теперь... Сколько тут энергии зла, повелитель! Сокровище Голдо! Повелитель, этому золоту нужен новый дом. Из эльфилек народ эльфов скоро исчезнет с лица земли. Эльфов больше не будет. Радость-то какая. Мы последние. Не дайте этому миру забыть эльфийскую красоту. Господин, все кругом рушится. Итак, золото или эльфы? Будем надеяться, что о золоте, которое бросили ради эльфиек, жалеть не придется. А теперь бежим отсюда. Yeah.
Молю, принесите статую к нам, и тогда она вернется в темнолесье. Статуя отлично впишется в интерьер моего будуара. Гони этих эльфов за шеи и давай статую сюда. Если хотите вернуть статую эльфам, прикажите прихвостням поставить. Ты оказал эльфам неоценимую услугу. Мы не забудем этого. Мы не хотели предавать вас, господин. Просто так вышло. Мы слабые и жалкие. Простите нас. Позвольте снова служить вам, повелитель. Верности в них не больше, чем в картошке, повелитель. Делайте с ними что хотите, но побыстрее. Кан идет в небесную обитель. Мы так перепугались, господин. Даже не знали, как быть. Простите, повелитель, но наш новый хозяин гораздо важнее вас. Сюда идут его слуги. You choose all. Почтение!